Все игры, кроме крокета. Все игры, кроме королевского крокета, запрещены. Но почему? Программа новогоднего королевского приема. Но это почему? Можно отрубить пару бестолковых голов, и будет ой как весело.
А знаешь, ты совершенно права, дорогая. Но приглашение тебе не получить. Она точно нами огорчена. Ужас, ужас! И теперь мы никогда не попадем на новогодний королевский прием. Успокойтесь. Ничего страшного не произошло. Как было бы здорово, если бы мы 5 минут назад знали, что к нам придет королева. Я бы подготовилась получше и понравилась ей. Алиса, как не прискорбно тебе сообщать, но королеве невозможно понравиться. С тех пор, как она выдумала, что не хочет быть хорошей и притворяется злой. Да, говорят, когда-то ее очень сильно обидели, и она затаила обиду на всю страну чудес. Но есть еще одно средство, но я вам его не скажу. Нет, 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 и зачем я про это вспомнил? Но почему же? Это очень опасно. Что же за средство такое опасное? Нет, Алиса, я тебе не получится. Мы только все испортим. Нужно хотя бы попробовать. Рассказывайте немедленно и не тяните время. Вы же знаете, оно драгоценно. Хорошо. Была, не была. Камень времени явись, время вспять перевернись. Камень времени явись, время вспять перевернись. Начинается новогодний королевский прием. Всем встать поудобнее. С минуты на минуту появится сама королева. А пока что танцы. Девочка, что вы хотели? А просто снять пройти. Вот очередь. А, правда?
проходим мимо, кто желает прикупить? Батя, вытащи ее оттуда. Мы под землей пойдем.